Чистые белые стены внутри и разрисованные снаружи. В Ярославле комиссия проверила строящийся детский сад на втором Брагинском проезде. Основной фронт работ уже завершен, идет чистовая отделка помещений. И уже начали привозить оборудование. В детском саду планируют разместить 12 групп. Есть отдельные помещения для кружков и занятий спортом. Также здание оснастили двумя лифтами, пассажирским и пищевым. На строительство было выделено 185 миллионов рублей. Сейчас ведется активная работа по благоустройству территории, по покраске фасада. Закончили кровлю. Предстоят работы по финишной отделке помещений, укладка линолеума и установка дверей. Покраска, также покраска внутренних помещений. На сегодняшний день заявленные работы подрядчикам соответствуют, отставания от графика нет. Так же мы понимаем, что нет и рисков не сдачи объекта вовремя. На сегодняшний день подрядчик ведет установку кухонного оборудования, завершаются работы по кровле, ведутся работы по инженерии.